Значит, теперь у нас вопрос о цивилизации. Значит, я хочу вам сказать, как обстоит дело с вопросом о цивилизации в науке. Сейчас с легкой руки некоторых товарищей, которые раньше числились марксистами, значит, произошло следующее. Они отказались быстренько от марксизма и перешли на другие рельсы, в отличие от того, что культура и наука развиваются поступательно. Так не бывает, что вы прыгнете куда-нибудь, и когда вы прыгнете, вы попадете в болото. Потому что мне недавно приходилось выступать официальным оппонентом по защите докторской диссертации товарища Протопопа у нас в Совете по истории и философии. Хоть это и не история совсем, но история и философия тоже же история. По истории и философии, по теме категории «Ничто и принцип негативности в системе абсолютного идеализма Гегеля». Вот я и мой коллега Казенов Александр Сергеевич, профессор, завкафедрой Торгово-экономического университета, мы выступали оппонентами, дали положительный отзыв. И вот там выступая, я для тех, кто находился на ученом совете, и в том числе и для диссертанта, докторанта, значит, рассказывал, что ведь, казалось бы, вот начались 90-е годы. Это были годы, когда люди, которые присягали марксизму, побежали от него. И это хорошо, я сказал. А чем хорошо? Народ-то так посмотрел, как же это хорошо. А хорошо тем, что они раньше не были марксистами, а теперь они, по крайней мере, себя показали теми, кто они есть. Я сказал, ну хорошо, ну убежали вы от марксизма. Куда вы должны были бежать? Значит, предшественником марксизма является какой материализм? Чей? Фейербаховский. То есть, если начать отступать от марксизма, то надо кидаться не в сторону, да? Потому что в сторону – это просто в болото. То есть, если вы понимаете ход развития, если вы понимаете, как общество развивается, как наука развивается, вы хотите отступить. Хорошо, отступайте. Куда? Но они мимо пробежали. Побежали назад, беспорядочное бегство, пробежали мимо Фейербаха. Куда? Следующий, кто стоит? Гегель. Георг Вильгельм. О, Гегель, это тут долго его изучать, трудно, тяжело. Это хуже Маркса. Побежали дальше Гегеля. И куда прибежали? И прибежали, к чему прибежали? Прибежали на попелище, так сказать, философии. Что бывает на пепелище? Одни кровать унесли, ну там что осталось, не сгорело. Другие диван, третий холодильник, он железный, он немножко сверху обуглился, а вообще неплохой. Провод замените, все будет работать. Потому что они вечные же, эти холодильники там, зелы и так далее. И вот появились одни только онтологи, они знают только бытие. Мы онтологи, мы другими не занимаемся. Другие, мы феноменологи. То есть мы знаем явление, а уже закон явления мы не знаем. И не связываем никак это с сущностью. Хотя это категория сферы сущности во втором томе «Науки и логики» Гегеля. И они, феноменологии, берут только поверхность без глубины. И вот эти поверхностные люди с такой поверхностной философией и ходят. Они тут шумели, шумели, гремели, как пустыми кастрюлями. И сейчас их не слышно вообще. А есть герменевтика. Да. Вот у меня семинарские занятия очень симпатичные было. Аспирантка Софиулина очень добропорядочная и очень толковая, работящая. Она писала диссертацию по герменевтике. Ничего из этого, конечно, не вышло, потому что это, в общем-то, не наука. Но я ее спрашиваю, а что такое герменевтика? Она говорит, герменевтика – это искусство понимания. Я говорю, вот понимаете, куда вы попали? Вы в науке хотите заниматься искусством. Но если бы это было искусство, так надо идти на факультет искусства. У нас два факультета искусств. Гергиев одно возглавляет, другой – мой бывший дипломник, товарищ Кудрин. Вот там, на Красной улице, она теперь называется по-другому. Как она называется теперь? Красная-то? Улица? Шпалерная, да. На Шпалерной. Нет, не Шпалерная. Все. Шпалерная – это Войнова. А это вот здесь, который идет к Адмиралтейскому заводу. Галерная. Галерная улица. Вот, Галерная. А там Шпалерная, а тут Галерная. Ну, все, корабли строили. А это искусство. У нас искусство у него постижение мира, а у нас в образах, а у нас в науке познание
по-другому. То есть, короче говоря, все это разбилось какими-то мелкими брызгами. И вот, допустим, вы идеалист. Вот у нас большинство в Институте философии, я думаю, идеалистов сейчас. Или, по крайней мере, изображает из себя идеалист. Ну хорошо, вот вы, если идеалисты, применяете свой идеализм для изучения истории. Кто вы такие тогда? Исторические идеалисты, правильно? Ну, у вас метод какой? Исторический идеализм. Вот я говорю, я кого не спрашивал, никто не хочет выйти вот так сюда и сказать. Я исторический идеалист. Ну, если вы заняли такую позицию, ну, да, пожалуйста, сейчас расцветают все цветы. Исторический идеализм пусть расцветает. Я очень бы интересно мне было почитать, как с помощью метода исторического идеализма можно что-нибудь добыть. Но если вы не хотите так говорить, то а что вы тогда выступаете против исторического материализма? Это просто материализм, примененный к истории. А что делать? Тут выбор-то очень небогат здесь. Либо вы материализм применяете к истории, либо идеализм применяете к истории. Если вы материализм применяете к истории, к изучению, это исторический материализм. Если вы идеализм применяете, это исторический идеализм. И тогда выяснилось, что основная масса публики, встала на позиции субъективного идеализма. Вот у нас на кафедре, где я и работаю, социальная философия, философия истории, приходит аспирант. И спрашиваем, какая у вас тема? Доклад делает. Тема у меня такая. События в медиапространстве. Хорошо. События в медиапространстве. Что такое медиапространство, я сразу понял. Я сам главный редактор газеты «Народная правда». Это медиапространство, это пространство средств массовой информации, да? Медиа – это средство. Мы хоть и это не по-русски, но мы понимаем кое-что по-иностранному. Медиапространство – это пространство средств массовой информации. Телевидение, радио, печать и так далее. Так вот, событие, говорит, в медиапространстве, если оно осмысленно, то оно и тогда есть. А если оно не осмысленно, то его и нет. Я так робко поднимаю руку, говорю, ну вот, сколько же человек должно осмыслить это событие, чтобы оно было? Ну вот мой коллега, заслуженный деятель науки Марахов, тот сразу сказал, что вы с ума сошли, если у вас дом сгорел, это еще не осмысленно, что он у вас не сгорел, что ли? Вы что говорите-то? Ну я так не стал, уж так резко, я просто спрашиваю, а сколько человек должно осмыслить? Он так подумал, этот аспирант говорит, ну, по крайней мере, один. Значит, если не осмыслил, то его нету. Мне пришлось присутствовать на большой конференции по онтологии, где докладчик выступает и говорит, вот если вот эти предметы не наделены смыслом, то их нет. Я поднимаю руку, вот как вот Оскар, так же, робко, спрашиваю вас, вот скажите, пожалуйста, а кто наделяет смыслом? Вот вы, я или, ну, скажем так, трансцендентное? Он говорит, ну, конечно, да. Ну, понятно. Говорю. Понятно. Значит, пока вот они не наделены смыслом кем-то, ну, не нами, его и нет. Ну, раз их нет, говорю я, то нечего и наделять. Он говорит, Михаил Васильевич, зачем вы так? Я говорю, а умище-то куда я могу деть? Народ, конечно, грохнул, а все красиво было. То есть докатились люди до субъективного идеализма, а его применять к истории, ну, невозможно вообще. Ну, это вот если у меня позиция субъективного идеализма, вот вы на меня смотрите, а вас-то нет. Я вас просто вижу во сне. Вы здесь у меня в голове, в органах чувств. И вы тоже. Нечего улыбаться. Чего улыбаться? Вас нет. И вас, кстати, нет. А и вас, Оскара, нет. А улыбка есть. А улыбка есть. Ну, улыбка во мне. У вас вопрос? То есть, я говорю, что это у вас за отступление такое в философии? Вы это просто беспорядочное бегство. А вот, говорю, товарищ Протопопов докторскую написал. Он Гегелем занимается, он никуда далеко не убежал. Он занимается диалектикой, а уже дальше вы можете, хоть идеалистическая диалектика, хоть материалистическая диалектика, дальше двигайтесь вперед. А зачем вы убежали дальше-то? Совсем дальше Гегеля. Ну, надо знать вообще. А вот он как бы, знаете, как бывает, когда армия бежит? Он отнимает винтовки у тех, которые бегут дальше.
Вам они уже не нужны. Если вы убегаете в тыл, зачем вам ментовка? Отдайте ее сюда. Здесь вот мы собираемся и будем дальше наступать. Наступать по линии там объективного идеализма или по линии объективного материализма. Но, как известно, Ленин говорил, что умный идеалист лучше глупого материалиста. Ну, будьте хотя бы умным хоть идеалистом. Ну, зачем же дураками-то становиться уже? Переходить на позиции субъективного идеализма, там уже ни о какой истории вообще и применении философии к истории речи быть не может. Но если я считаю, что у вас нет, а вы только в моей голове, что дальше я могу разрабатывать? И вас тоже нет. А вы же есть все-таки? Но я-то не стою на этой позиции субъективного идеализма, поэтому считаю, что вы есть. А я временно встал. Так, вопрос у вас. Громко только, чтобы все слышали. Вопрос у нас публичный. Да, по поводу истории, по поводу идеализма, может, я немного самому сам термин недопонимаю, мне кажется, что, если человек изучает историю, значит, в любом случае будет какая-то идея у него изучения. То есть он же просто не только по материалам, а для чего это изучает. Вот, соответственно, это будет идеалист, наверное. Как Фоменко. Например, этот не считает. Идея, это у вас отражение объективного мира или она творец объективного мира? Вот у Гегеля она творец, она творит мир. Сначала появилась идея, она создала этой идеей материю. Она сама себе противополагалась, внутренне противоречивая, и породила материю. А дальше идет как у материалистов. Материя развивается, доразвилась до человека. Человек познал материю. А раз материя является выражением идеи, то он и идею познал. И идея абсолютная пришла к самому себе. Вот это объективный идеализм. Он красив. Как говорил Чехов, вы написали рассказ. Уберите начало и конец, и можете печатать. Получается исторический материализм Маркса и Энгельса. Вам не нравится? Чехов любите? Да. Вот. Ну, значит, и Маркса и Энгельса должны полюбить. А так они ничем от Гегеля не отличаются. У них тот же метод диалектический, но он носит материалистический характер. И ничего не надо переворачивать. И не надо перепутывать все эти самые структуры всех категорий. Она никуда не девается. Просто появляются еще новые категории, связанные с пониманием роли общественного бытия в истории, которого у Гегеля просто нет. Идет дальнейшее развитие. Нет этого у Гегеля вообще. Он начал и хотел разобраться с вопросом о государстве, ничего у него не получилось. Почитайте «Философию права». Это скучная книга. Что вот самое великое достижение – это прусское это государство. Скучная книга. А «Наука и логика» – гениальное произведение. Гениальное. Значит, так вот… Идея нематериальна, дорогой товарищ. Это у вас старая философская концепция, на которой стояли, на этой позиции стояли Бюхнер, Фрокт и Малишот. Думали, что материя, просто мысль тоже материальна. Ее выделяет мозг, эту мысль, как печень выделяет желчь. Это вот все давно, уже от этого давно все уже отказались идеалисты. Не только материалисты. Это все старье. Вот это, ничего надо знать историю философии, чтобы не быть ретроградом. Тут вы выступаете как начинающий ретроград. В честь вашего дня рождения я советую вам от этого старья избавиться и встать на позиции диалектического материализма. Или идеализма, но диалектического. По крайней мере, это будет шаг вперед по сравнению с Бюхнером, Фоктором и Малишотом. Так вот, что сейчас в литературе? Вам придется рано или поздно, вы, значит, кроме того, что вы слушаете мои лекции, вы все равно что-то будете по философии читать. И вы там, скорее всего, упрощете, что есть два подхода. Есть формационный подход, а есть цивилизационный подход. Не читали такое? Наверное, читали. Видели, да? Это сплошь и рядом. Это все равно, что я бы сказал, что вот я могу на вас посмотреть и сказать, что вы женщина, а могу сказать, что вы человек. Это как смотрится? Здорово? Подход вам как к человеку или как вы хотите, чтобы я относился к вам как к человеку или как к женщине? Ну это какая-то странная постановка. Странная, да, постановка? А вы что меня, как, если женщина я, так у меня человеком не считаете? Так ведь? Вот примерно такая же картина получается. Что такое цивилизационный подход? Что такое понимание цивилизации? Вы не должны ограничиться пониманием общества только как формации. Мы же с вами говорили, что формация – это некое обобщение, когда мы абстрагируемся от целого ряда очень важных составляющих. О чем мы абстрагируемся?
От истории мы фактически абстрагируемся, если только не, так сказать, не брать, а то или абстрагируемся в значительной мере, беря только лишь переход от формации к формации. Да? А все остальные подробности исторические опускаем. А конкретность, которую дает, так сказать, историческое развитие, мы игнорируем. Культуру берем? Не берем. Понятие формации не входит в культуру, она не выражается этой категорией. Нация учитывается, когда говорим о формации? Нет. Нет, вот мы уже вышли с вами на такие категории в окончании нашего курса, что они идут за пределами формации, того, что выражает формация. Если я хочу ответить на вопрос, к какой формации относится эта страна, я не отвечаю на вопрос, а какая тут нация, не отвечаю на вопрос о том, а какая здесь культура, и в чем особенности истории. Правильно? То есть один есть более общий вопрос, а другой есть более частный. Вот берем этот же пример. Женщина и человек. Какая категория более общая? Человек. Человек, конечно. Вот мы берем человека, потом говорит, половина этого человека, человечества, это женщина, половина человечества, мужчина. Ну, человек, вот. Вот категория. Вот категория более глубокая, более конкретная и более объемная. А потом уже начинается подразделение. Так и здесь. Цивилизация – это более конкретная категория, чем более богатая, чем формация, или менее богатая? Более богатая. Более богатая, потому что она включает в себя и учит в учет того, какая нация тут, да, в этой стране, и в учет того, какая культура, и какая история более конкретно. Поэтому категория цивилизации богаче. Но это не богатство деньгами, правда? А богаче в смысле богаче. Она более полно раскрывает то общество, которое вы изучаете. Более полно. Ну, а можно противопоставить более полное раскрытие, более обобщенного раскрытия? Можно противопоставлять? Нет. Как можно сказать, что это у меня цивилизационно? Если я хочу раскрыть цивилизацию и не раскрываю ее сначала как формацию, то я ее не раскрою и как цивилизацию. Правильно? Потому что я не беру основополагающие такие вещи, как общественное бытие, общественное сознание и политическая надстройка, да, идеологическая и политическая надстройка. Не беру. А раз я их не беру и не выделяю, а они являются общими для самых разных стран, ну, скажем, у нас сегодня в современном мире всего существует типов формации две. Феодальной нет ни одного, ни одной страны. Правильно? Есть либо буржуазные страны, их большинство, либо одна страна, в которой построен социализм, как низшая фаза коммунизма, КНДР, и другие страны, там их немало. Это Китай, это Вьетнам, это Лаос, это Куба, где имеется переходный период от капитализма к коммунизму. И все. А других типов нет. Там ни рабовладельческой страны нет, ни феодальной, ни одной. А уж дальше мы можем разбираться, что там. Вот, например, меня спрашивали товарищи из ваших рядов, что такое азиатский способ производства. Как раз. Вот в связи с этим. Что такое азиатский способ? Там что, какое было государство? Феодальное. Общество какое было? Феодальное. Но на Востоке возделывают рис. Чтобы возделывать рис, нужно иметь ирригационную систему на всю страну. Потому что рис вручную сажают в воду. И растет он в воде. И поэтому этот уровень воды нужно поддерживать. А чтобы его поддерживать, вы этот частным образом, одно хозяйство, как в России, которое картошку посадило и пшеницу на своем наделе выращиваете, не получится так в Китае, не получится так в Индии, и во Вьетнаме так не получится. То есть там, если вы возделываете рис, нужна государственная система. Поэтому эти мандарины китайские, это те люди, которые являлись, так сказать, там, царями-королями своего рода, они вынуждены были заниматься тем, чем сегодня занимается государственный монополистический капитализм. Они вынуждены были организовать государственным образом орошение. А вот возделывать рис вы будете сами, на отдельных своих участках. Каждый феодал будет свой рис возделывать, и каждый крестьянин может тоже свой возделывать рис, но при общем орошении. То есть было такое дело, которое должно делать общество, в целом государство. И это придавало особенность этому феодальному способу производства,
на Востоке. Поэтому азиатский способ производства – это разновидность феодализма, характерная для стран, возделывающих рис. Какой-то государственно-общинный строй? Ну, почему общинный? Государственно-феодальный. Да, только вот у нас вот, скажем, государственные земли были, и были удельные земли, да, царские. У нас вон станция удельная. Что значит? Удельные земли – это же царские. Ну, как там велось хозяйство? Так же, как на других. Просто кусок земли, который принадлежит непосредственно царю. А все остальное – непосредственно феодалам. А царю не принадлежит. А тут надо было, государство должно заниматься орошением. Ну, скажем, для этого оно налоги может брать, организовывать так или иначе. Должно заниматься орошением масштабов всей страны. А собственность частная, феодальная. А вот дальше вы возделываете. У вас большое поле, где вы возделываете рис. А у других другое. И хотя и здесь тоже себя проявляет очень сильно материализм. Почему на Украине любят белый хлеб? Больше, чем черный. Потому что там рожь не растет. Почему на севере России любят черный хлеб? Потому что рожь здесь растет. И без черного хлеба не мыслить себе, как это есть первое без черного хлеба. Почему Китай любит рис больше, чем все остальное? Потому что растет там рис. А все другое так не растет. И так далее. То есть, и тут надо быть материалистами. То есть, понимать, что эти особенности развития общества, они связаны с материальным производством. Какой базис, такая настройка. Поэтому, если мы хотим понять конкретную страну, недостаточно сказать, это поумнически сказать, это страна капиталистическая. И считать, что мы все этим сказали. Не все сказали. Тем более, если, скажем, еще для философов могло бы это и сойти. Дескать, ну, я вот выяснил, что страна это капиталистическая, а это социалистическая в первой фазе. То есть и коммунизм в первой фазе, а это вот переходный период. Но для историка, что этого достаточно? Вы все обрисовали, что ли? А вы нацию указали, какая в этой стране? Нет. А вы, или какие там нации? А вы указали, какая там культура? И как она развивалась? А какие там традиции? А какая история этой страны? То есть вот все это входит в понятие цивилизации. То есть цивилизация – это более богатая категория, которая охватывает и другие стороны развития общества, которые не выражены более общей категорией общественно-экономической формации. Вот и все. Отсюда следует, что не может быть такого отдельного формационного подхода, который бы исключал цивилизационный, и не может быть отдельного цивилизационного подхода, который бы игнорировал формационный. Это просто разные степени обобщения. Более высокое обобщение – это понимание общества как формации, и менее общее, а более конкретное, более богатое понимание его как цивилизации. То есть, если вы хотите изобразить Россию, мало сказать, что вот, дескать, Россия буржуазная. Вот в России буржуазная, и в Украине буржуазная. А вот сейчас Украина выполняет по указанию, как говорится, американского финансового капитала, так сказать, функцию носителя фашизма, а Россия выступает борцом против фашизма. И вот те люди, которые на юго-востоке Украины сейчас воюют против американского фашизма на экспорт, это люди, которые защищают мировую культуру, потому что они выступают против фашизма. Больше ему отпора никто нигде не давал. Удалось дать отпор американскому фашизму в Югославии? Нет. Уничтожили югославское государство. Сейчас хотят добить еще и Македонию. Удалось уничтожить американский фашизм на экспорт в Сирии, хотя ну, с наглыми, так сказать, предложениями, с наглым предлогом туда приехали, мы хотим поискать, нет ли у вас оружия массового поражения. Да, вот вы тут тортик-то приносили, а вы там оружие массового поражения не принесли, Оскар? Мы вот на самолетах прилетим, посмотрим. А для начала того, кто приносил тортики, мы что сделали с президентом Ирака? Вы любите Саддама Хусейна? Навального. Любите? Да, но он к мердам или к женам. Я никогда вот не любил этого Саддама Хусейна. Но это, извините, это президент не нашей страны. И вообще, это не та фигура вообще, кто обязан любить какого-то президента. Ну, это, там люди его избрали, там буржуазное общество, там есть буржуазная демократия, там это древнее государство с большой очень историей, с высокой, высокоразвитой культурой, которая на много веков больше, чем американская культура. И вот они прилетели, уничтожили, разорвали, так сказать, на части это государство. И теперь там воюет исламское государство по вине Соединенных Штатов Америки и их сателлитов. Хорошо, возьмите вы следующий шаг.
Ливия. А, там бесплатное образование, там бесплатное обучение. Но там, между прочим, монополии-то хозяйничали не ливийские. Нефть добывали капиталистическим образом и газ. И добывали ее иностранные монополии. Но ливийское государство захотело получать большую процент от доходов. Оно получало 25%, а захотело получать 50%. Прилетели самолеты под всякими надуманными предлогами, дескать, вы нарушаете права человека. А сейчас как хорошо с правами человека там, когда отсюда народ убегает, как из ада, из этой Ливии, где нет вообще никакого государства. Никакого нету вообще государства и правительства. Никакого. Уничтожили на корню это государство. Люди кидаются в Средиземное море, там на плотах, на каких-то баржах, на кораблях, пытаются приплыть в Италию, тонут ее сотнями у берегов. По чьей вине? Вот по вине вот этих самых, опять же, США, Англии, Франции, этих дорогих носителей демократии. И уничтожителей культуры, на самом деле. И вот единственное, где они нарвались на сопротивление, это на территории бывшего Советского Союза, поскольку здесь вообще есть традиции сопротивления. Вот когда, между прочим, пришли гитлеровцы, фашисты, у нас не было так, что вот только линия фронта и все. У нас везде партизанские отряды были. Там, где есть леса, там люди берут, создают подпольные обкомы, райкомы. У нас там Краснодон, между прочим, на Украине находится, да, и комсомольцы-краснодонцы там воевали против фашистов. Там есть и традиции исторические. И там люди поднялись с оружием в руках против американского фашизма, которые руками, так сказать, некоторых обезумевших украинцев проводятся там. И Россия помогает этим самым повстанцам, помогает добровольцам. И не препятствует тому, чтобы добровольцы российские, между прочим, обученные, с огромным военным опытом, в том числе афганским, в том числе связанным с войной в Чечне, туда приезжают, поэтому выиграть у этих ополченцев, среди которых 10% российских добровольцев, невозможно. И это уже поняла даже Виктория Нуланд, которая без печенья приехала встречаться в наше министерство. С ней, конечно, Лавров не стал встречаться, но его заместители с ней встречаются. И даже на эхо Москвы Гонопольский сказал, что там происходит? Там какой-то не мюнхенский, то, наверное, какой-то сочинский сговор происходит. Он уже забоялся, что американцы договорятся с Россией, потому что уже американцы поняли, что выиграть там не получится военной силой. Причем не получится даже так, что если там поставят туда танки и прочие орудия, то эти орудия перекочуют из рук украинских военнослужащих к ополченцам очень быстро, что и происходило постоянно. Поэтому туда бесполезно поставлять оружие. Во-первых, украинцам там, рядовым украинцам там не за что воевать. Не за что там воевать. Они не хотят воевать против своих братьев. Во-вторых, это действительно один народ. И в науке идет спор. Это действительно украинский язык или диалект. И назывались, как известно, национальности у нас. Вот мы эту с вами проблему уже с вами обсуждали. Великороссы, малороссы, белорусы и червонороссы. Это, в общем, одна большая нация, которая имеет там некоторые особенности, связанные с территориально. Но экономика-то ведь единая у нас до сих пор с Украиной была. Сейчас только начинается искусственное разделение экономики России и Украины. А это первый признак нации, да? Единая экономика, единая территория. И территория одна. Все, какие-то препятствия были. Это сейчас появились препятствия. Украинское нынешнее, так сказать, государство, которое получено путем переворота антиконституционного, ввело требование, чтобы, так сказать, только по визам и по паспортам. А так просто и не въедешь. То есть сейчас происходит разделение. Или нелепая идея Порошенко, давайте, говорит, огородим всю Украину рвом и стеной. Как в Южном, как в Корее стена 250 километров между Северной Кореи и Южной Кореи. Вот там удалось много тем, наверное, американским компаниям, которые бетон вырабатывают, сильно много там подзаработать.
250 километров стена. То говорят про Берлинскую стену, да это вообще мелочь, Берлинская стена. Или в Израиле там есть стена, тоже мелочь. Вот стена. 250 километров с востока на запад пересекает весь этот Корейский полуостров. Вот с этой точки зрения, конечно, если бы мы не учитывали особенности культуры, традиций, истории, ну, вообще надо понимать, что вообще вот некоторые говорят, вот те же самые сумасшедшие, так сказать, правители на Украине, что, дескать, с нами воюют Россия. Но если вы считаете, что с вами воюют Россия, то вы точно не выиграете. Если вы считаете, что с вами воюют Россия, тогда складывайте все руки и сдавайтесь, если с вами воюют Россия. Так им давали понять, что если бы с вами воевала Россия, вы уже через 3 дня уже бы в Киеве были, российские войска. Дескать, а что у вас там много так военных? А что у нас в Испании было много военных наших? Было много? В Испании, когда там были фашисты, были наши военные, и всем это известно. А потом дети испанские от фашизма бежали, куда они бежали? В Россию, в Советский Союз. Я вот, когда первый раз защищал докторскую, оппонентом предполагался товарищ Андрес, Энрико Данилович. Данилович – это такая русифицированная отчество. Так у него там, знаете, как у испанцев? И такое, и сякое, и этакое, и Мария там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот он из тех самых испанских детей, который считал, что при социализме денег, так сказать, нету, у нас не товарное хозяйство, поэтому то, что считается деньгами, не есть деньги в политико-экономическом смысле слова. У нас много испанских детей стали докторами наук, крупными специалистами, приехали сюда, спасались от фашизма. И хоть такой лозунг и сейчас иногда, значит, выдвигают, они не пройдут. Но я бы не особенно с этим ходил, потому что они-то прошли. Тогда-то прошли, а вот сейчас, похоже, что там не проходит на Украине. Уже поняли, что ну санкции, ну что такое санкции комарины, так сказать, со стороны этих государств по отношению к России. Эти санкции приведут к тому, что, ну слава богу, сколько я вот агитировал, ходил как экономист и доказывал, что надо свое производство развивать. Ну слава богу, хоть теперь нам не дают, надо развивать свое производство. Пока вот говоришь, что надо развивать свое производство, никак не доходит. А когда перестали вам все давать, ну ладно, говорит, тогда вчера выступал у нас по радио, по «Эхо Москвы», представитель военной, ну, или военного, значит, такого, такой корпорации, которая выпускает приборы. Приборы электронные наши идут на экспорт. Говорят, мы не можем делать приборы. Они идут на экспорт под канадской маркой, потому что под российской маркой не берут, потому что считают, что Россия не может делать приборы. И всем рассказывают, что приборостроения у нас нет. А у нас оно есть. Это наше государство не закупает свои приборы. Но наши приборы закупают на мировом рынке под видом канадских. Вот вчера руководитель этого предприятия рассказал. У меня и другая информация есть, так сказать, с научной конференции, где товарищи рассказали, что мы делаем все эти приборы только в малом количестве. А почему в малом? Государство не заказывает. Если государство не заказывает, дорого, или надо идти на рынок. Говорит, мы и не будем делать только на российский рынок, будем делать и на мировой, так мы и лучше будем поддерживать себя. Но в том числе и будут заказы, будем делать и нам. Нет проблем, нет таких вопросов экономических, которые не может решить Россия. Все равно это самая большая страна в мире, куда вы ее денете? Великие державы, великие, это большие, прежде всего, большие по территории. И когда в одном конце страны уже люди сдались и сказали, все, ничего, мы не будем, мы сдаемся, у нас ничего не выходит, в другом конце страны начинают засучивать рукава. Привожу пример. Я встречался с руководителем коммунистического отряда, который поехал в Новороссию, товарищем Бирюковым. Встречался я с ним в разливе. И это показано было по Красному ТВ, наша с ним встреча, его выступление. Товарищ Бирюков из Иркутска. У него 4 детей. Вот 4-й его сын пошел в армию, а товарищ Бирюков собрался в Новороссию. Как он сказал, я собираю коммунистический отряд для того, чтобы помочь народу Новороссии создать в Новороссии советскую власть. Сначала он сказал, чтобы создать
советы в Новороссии. Потом говорит, нет, помочь народу Новороссии создать советы. И дальше я видел его по Красному ТВ. Он выступал уже в Волчевске, в деревне Малиновка. Стоит его этот отряд. И они стоят и держат там оборону. И вот если вдруг в России появляются такие люди из Сибири, как говорится, которые отделены от этой Украины, бог весть как, и едут туда, и рискуют своей жизнью, и четверо детей у них, и уже взрослые дети, они все равно едут, то как вы этот народ можете остановить? Вот народ нашей высокой культуры, в том числе политической культуры, который понимает, что если этот фашизм, надо душить его сразу, а не ждать, когда он придет к себе в Иркутск. Здесь вот у нас была конференция, вот в этих стенах, и я разговаривал здесь с одной конференцией по конфликтологии. И я разговаривал с профессором, женщина-человек, из Крыма, из Симферопольского университета. Я говорю, а там вообще в Крыму-то, они там уже озабочены, как там пенсии, пособия, как в России получать, как вот льготы получить все, которые есть в России. Я говорю, а там народ-то озабочен, как помочь соседней Новороссии, так сказать, победить этот самый фашизм, который на них наступает. Нет, говорит, не особенно, говорит, озабочены. Я говорю, они понимают, но если сказал министр обороны, что мы придем в Новороссию, разгромим ее и в Севастополе сделаем военный парад. Было это или не было? Было. И вы понимаете, что это люди воюют за ваши интересы сейчас. А вы думаете, что вы просто вот проголосовали билетиками за вхождение в Россию и все. Это мало. А вот они-то больше герои в этом смысле. Не крымчане герои, а вот то герои. Те, кто в Луганске и Донецке воюют. И воюют они за человечество, за культуру человечества, потому что против фашизма выступают. А воюют они не очень в человеческих условиях. Всего у них не хватает, там и вооружений не хватает. Но, слава богу, потихонечку оно появляется. Вот, и как-то оно появляется. Вот, и военные там появляются разные. Но наших войск там нет. Потому что войска – это или взвод, или батальон, или полк, да, или рота. Нет такого. А люди там отдельные, специалисты военные есть. И отдельный специалист военный может значить больше, чем рота. Ну вот, ну, видно было. Ну что, сделали такой клин, котел, который потом новороссы завязали, этот котел дебальцевский, и который раз потерпели сокрушительное поражение эти самые фашистские войска. Ну они же, мы уже видели, что в Одессе-то людей спалили. И на кого дело уголовное завели? А говорят, а вы вот, сами виноваты, те, которые сгорели. Это же официальная точка зрения государства украинского, что сами виноваты те, кто сгорели. Не то, чтобы там начали искать. Правда, вот тот, кто стрелял и расстреливал всех, кто пытался выбраться оттуда, спрыгнуть или... Видели, там был такой человек в бронежилете, который стрелял. Уже его нету. Как говорят на Руси, собаки – собачья смерть. Но общая эта точка зрения какая же? Вот виноваты там те, кто сгорели. Это же страшное преступление, которое никогда не сотрешь из памяти. Так что вот нынешние события нам еще раз демонстрируют, что если мы хотим разобраться в чем-либо, это мало сказать, что да, вот скажем, в России капитализм, и на Украине капитализм, и в США капитализм. Но в США, между прочим, господствует финансовый капитал. В России наши банки представляют собой ростовщические конторы. Они даже не доросли до финансового капитала, потому что они не обслуживают производство должным образом, не обеспечивают его кредитование, потому что при тех ставках кредита, которые они дают, невозможно вообще получить кредит. Они душат производство, поэтому тут ни о каком вообще даже... В финансовом капитале говорить не приходится, отечественном. Поэтому и даже о первооснове фашизма не приходится говорить. Хотя обвинения, например, такого рода в России в фашизме, несмотря на то, что она разгромила фашизм, имеют место в литературе и в средствах массовой информации, в медиапространстве. На Украине
Есть финансовый капитал? Нет там финансового капитала, там идет сращивание американского банковского капитала с местной промышленностью, посредством умерщвления этой местной промышленности. Зачем бомбят фабрики и заводы? Чтобы не было украинской промышленности, она не нужна. Но если удалось в Прибалтике сделать так, чтобы без всякой бомбежки нету в Латвии промышленности, нету в Латвии промышленности. Там делали электрички на весь Советский Союз, рижские. Там делали радиоприемники ВЭФ, которые были почти у каждого. Там делали рафики, которые бегали, так сказать, везде. Отличные микроавтобусы. Где это все? Нету этого ничего. 200 тысяч латвийцев уезжает каждый год мыть горшки европейцам. Больше. А? Больше. Больше уже? Больше. Но у меня старые данные, 2-летней давности. Но из первоисточника. А? Больше 300. Вот, больше 300. Ну вот, развитие идет. Поэтому, что там собираются сделать на Украине, мы знаем. Нам собираются сделать то же, что сделали в Латвии без военных действий. Там собираются уничтожить. Поэтому, если есть возможность ударить по заводу, по шахте, из современной техники, которая, так сказать, пьет по площадям и уничтожает очень сильно, это используется. В чем состояла, собственно, война? Какая пехота никуда не наступает, а бьют и бьют из этих самых орудий массового поражения. Ну, когда появились такие же средства и у луганцев, и у дончан, на этом все и закончилось. Поэтому никаких перспектив у украинских вассалов американского финансового капитала нет, фашистующих. Поэтому вот и уже и приезжают, особенно после празднования 9 мая. 9 мая было продемонстрировано единство, так сказать, России и Китая. Ну, в России немного, конечно, 150 миллионов человек, да еще 1,3 миллиарда у Китая. Вот, и там уже задумались на тему, ну, вытолкнули. Все было хорошо, все у нас было ориентировано на Запад, на Америку. И только дураки полные, бескультурные, не понимают, что они же, в общем-то, вели дело к деградации России, к разложению ее. Они оттолкнули от себя, ну, приблизили к Китаю, к Вьетнаму, к Индии. Вот Индия закупает сейчас сразу 200 вертолетов наших на 1 миллиард долларов. Только что вот принято решение соответствующей комиссии индийской о закупке наших вертолетов. Ну, ну хорошо, ну будем делать для Индии, будем делать вертолеты. Ну, раз мы будем делать вертолеты, будем комбайны у нас умеют делать. У нас комбайны экспортируются в Канаду, как известно, с Россельмаша. И в Канаде есть соответствующие предприятия, которые принадлежат вот этому самому собственнику нашего Россельмаша. Он все время говорит, дайте нам заказы, мы будем в России все поставлять. Чего вы не даете? То есть, что мы должны усвоить? Что противопоставлять категорию цивилизации или нельзя категории общественно-экономической формации. По отношению к любой цивилизации можно поставить вопрос, а к какой формации относится эта цивилизация? И только решив этот вопрос, можно говорить о другом, а уже об особенностях культурных, национальных и исторических. Если мы этот первый вопрос не решили, то мы не взяли главное, мы не взяли основу, а экономическая основа. Что за обобщение дает категория общественно-экономической формации? Категория общественно-экономической формации показывает, что, какие здесь основные параметры общественные, что здесь за базис и какая политическая, идеологическая надстройка. То есть и какова классовая структура. А все остальное может отличаться очень сильно. Вы понимаете, что капиталистические страны в Африке и капиталистические страны в Европе – это очень большие отличия имеющие страны. Правда? Есть богатые капиталистические страны, есть бедные. Некоторые наши дурачки думали, что если у нас будет капитализм, мы будем жить как в Америке. А почему вы не думаете, что мы будем жить как в Африке? Ну кому нужно, дескать, Запад хочет иметь сильную Россию. Запад не хочет иметь сильную Россию. Запад хочет разделить нашу территорию и забрать наши ресурсы. И не только Запад. Нам прямо говорят, для такого количества населения слишком много у вас земли и ресурсов. Делиться надо.
Но наши не хотят делиться и начинают делать ракеты. У нас ракетных ракет столько же, сколько у США, а боеголовок на одну больше. Поэтому как-то вот с нами не получается тот разговор, который у США получается с другими странами. И этот связан с историческими особенностями. Откуда у нас все эти самые ракеты и боеголовки? От Советского Союза остались. А Россия преемница. И вы сегодня видели, что если раньше пытались там красное знамя топтать и выбрасывать, то 9 мая красное знамя с серпом и молотом было развешено на всех улицах по всей стране. И дальше терпеть такого, что, скажем, мы будем всякие глупости говорить, что страна вот воевала, а верховный командующий стоял и пытался мешать. Но эту глупость уже никто воспринимать не хочет, такую чепуху. Можно искать недостатки у военачальников, можно и недостатки найти у руководителей, не бывает таких людей без недостатков, да? Но надо понимать, какую роль в истории и кто играет. Поэтому постепенно в понимании связи и преемственности, скажем, России с Советским Союзом устанавливается нормальный вполне баланс. Нормальный вполне баланс. И вот такого, так сказать, там, грубого антикоммунизма уже, скажем, руководители не допускают страны. Правильно? Не допускают. И тем более не преследует тех, кто, так сказать, хранит историческую память. Вот так обстоит дело, если взять категорию цивилизации. Потому что категория цивилизации означает, что надо учесть все особенности, которые отличают данную страну от всех остальных. Такие, которые не только общее взять, но взять особенное и единичное. Правильно? Но когда говорят цивилизация, это больше особенное. Потому что берут вот не конкретно Китай, и не конкретно Вьетнам, и не конкретно, скажем, Камбоджу, а то, что характерно для ряда восточных стран. Или там для Индокитая. Правда? Индокитайская цивилизация. И это соответствует тем категориям, которые разработаны Гегелем в третьем томе «Науки логики». Единичное, особенное и всеобщее. Вот надо сказать, что это неправильно понимается теми, кто это не изучал, поэтому и неправильно понимается. Думали, что всеобщее – это, вот, так сказать, если взять абстракцию от единичного, от особенного будет всеобщее. Нет. Гегель подчеркивает, это целокупности. Всеобщее, оно и существует иначе, как в единичном. Правильно? Откуда? Где оно? Над нами? Вот то, что вы человек, это над вами или это вы человек? Вы человек, вы же и студентка первого курса Института истории, как единичная. И вы же конкретный человек с конкретной фамилией и так далее. Правильно? Поэтому и особенное, и единичное, и всеобщее – это целокупность. Просто с разных сторон мы это смотрим. Или со стороны единичного. Если я взял у вас конкретно, как конкретное лицо конкретного человека, я должен вас увидеть человека и должен вас увидеть, скажем, гражданина России. Правильно? Вот человек – это всеобщее, гражданин России – это особенное. А вас, как единичное, единичное включает в себя это все. А если всеобщее, что бывает такое всеобщее, которое над каким-то человеком, всеобщее во всех людях? Можно даже по-другому подойти, Гегель это показывает, что если я буду абстрагироваться от всяких особенностей, от всех, вот я буду абстрагироваться, что значит абстрагироваться? Отрицать всякую конкретность. Первым делом я от вас абстрагируюсь, отталкиваюсь, показываю. От вас я тоже абстрагируюсь, отталкиваюсь. Давайте сюда, я от вас тоже буду отталкиваться. И дальше я пошел, и от всех оттолкнусь. Это что будет означать? А Оскар будет смотреть подозрительно и скажет, так вы же ко всем притронулись. То есть не диалектическое мышление думает, что если абстрагируется, значит, отрезали и все. Да не отрезался я, а наоборот, я прикоснулся. И наоборот, вот я начинаю его тянуть к себе. А он куда упирается? Он туда. А если я хочу, чтобы он ко мне двигался, я должен его отталкивать. Он упирается, он хочет, ко мне же рвется. Видите как? Все диалектично. То есть абстрагирование, отталкивание, отрицание – это отрицательное соединение, отрицательное прикосновение. Вот и все. То есть, как вот я мог бы сказать, я не буду говорить о том, что вы не негодяй. И не буду говорить о том, что вы не убийца. И не буду говорить, что вы не сволочь. И не буду говорить, что вы сукин, что не сукин сын. Вообще ничего плохого про вас не буду говорить. Даже то, что вы не
не мерзавец и не сволочь паршивая. Не буду это говорить, а просто скажу, что вы хороший человек. Чего я наговорил? Спасибо. То есть люди думают, что они словом «мне» перевернули все. Ничего не перевернули. Вы словом «мне», вот, я буду про вас рассказывать, что вы этого не украли, не задавили, не удавили и так далее. И много про вас хорошего расскажу. Вы про меня что-нибудь скажите положительно, вы только расскажете, что я этого не делал. Люди, которые не изучали диалектику, они этого не понимают. У них нет этого чувства. Они думают, что вот он сказал или в кавычки поставил. Вот он говорит, я же в кавычки это поставил. Я говорю, ну вы поставили «дурак» в кавычках, думаете, от этого умный будет? И будет «дурак» в кавычках. Вот он, я говорю, я вот напишу, вот он про меня может написать, у нас лектор «дурак» в скобках, Попов, он говорит, «дурак» в кавычках, хотел сказать, что я умный. Я говорю, зачем же вы это так-то? Я же вас в кавычки поставил. Я говорю, вы себя поставьте в кавычки, пишите «идиот» в кавычках. Пусть все думают, что вы гений. Кавычки-то не освобождают этого. То есть надо понимать, что для этого существуют другие формы. Если я хочу про вас сказать хорошее, я скажу, что она отличная студентка, замечательно занимается, внимательно слушает. И не только слушает, она думает об этом. Думает не только о том, как сдать экзамен, а как выдержать его и со знаниями пойти дальше в жизнь. Да? Правильно я понимаю? А вы? А что я про вас сказал? Ну, что я сказал про вас? Вы же видите? Вы сказали, что я хороший человек. Да, я сказал, да. Но столько наговорил. Вроде все с отрицаниями. Ну, я ж не убивал, не грабил. Да, не убивал, не грабил. Это пока. Осадочек-то остался. Вот мы, собственно, этот самый главный вопрос разобрали. Не надо противопоставлять формационный подход и цивилизационный. Не надо думать, что если я про вас говорю, что вы, ну про вас даже мне вот я вот так уже наговорил, лучше я про себя скажу. Вот я скажу, что я животное, это правильно? Я же не растение, я не верба и не капуста, я животное. Ну это ж правильно. Если кто здесь есть растение, поднимите руки. Нету? Ну, значит, мы с вами заодно. У растений нет рук. Ветки будет поднимать. А ветки поднимайте руки. Ну, рук нет, но они могут, ладошка есть. Вот есть у нас на болотах в Ленинградской области есть росянка, такое растение. Видели, нет? Да. Видели, да? Такая вот. Она не как бы кусочек. Раз. И вот муха села или комарик, это начинает ладошка. Так, 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 его. Раз. А потом развернется, а комарик это и нету. Ну, формально мы сейчас не в Ленинградской области. А неформально вы где? А вы сейчас неформально, что ли, в Ленинградской области? Далеко мысль ваша ушла. Вот, то есть, если я сказал, что человек, это предполагает, что он и животное. Если это цивилизация, то предполагает, что эта цивилизация относится к какой-то формации. И это надо тоже выяснить. Но не надо этим выяснением заканчивать исследования. Этого недостаточно. Для этого существуют историки. Они должны давать более богатую картину жизни, чем просто констатировать, к какой формации относится та или иная страна. Правильно? Но это-то надо констатировать, иначе ничего не понятно будет дальше. Это особенности социалистической страны, или капиталистической страны, или феодальной страны, или рабовладельческой страны. Тогда, когда вы начинаете уже переходить к особенностям, вот тогда вы идете дальше информационного подхода. И, наконец, если это вообще конкретная страна, тогда это уже даже не цивилизационный подход, а вы просто берете уже историю отдельной, конкретной, единичной страны, а не просто цивилизации восточной, правда, или какой-то другой, или западной цивилизации. Там есть западная цивилизация, но, между прочим, есть Великобритания, есть Франция, есть Италия, и там есть свои особенности, и характера там есть особенности. У итальянцев одно, а у англичан другое. Так что это тоже надо учитывать. Вот, собственно говоря, к чему мы должны готовиться? К изображению мира во всем богатстве его определений. Во всем богатстве его общих и конкретных определений. Вот это мы должны делать. Вот. Но не забывайте об основном, коренном, что мы кладем в основу. Что непонятного при этом?
Если у вас такая мысль была, что есть разные два подхода, вы согласны, что не надо их противопоставлять? Вот. Вот я одного человека убедил. Другие пока сохраняют дружественный нейтралитет. Я про это говорил. А, вы раньше говорили. Но вы, как всегда, опоздали. И надо было раньше сообщить, патент получили бы. А сейчас что вы сообщили? Уже поздно, все. Вот у нее патент. Теперь, если вы теперь есть, давайте деньги за каждое такое новое заявление. Давайте деньги. Как раз 500 миллионов дороже. Так, вот теперь переходим к тому, что у нас с вами экзамены. Экзамены. Значит, как будут проходить экзамены, я еще раз рассказываю. Значит, экзамены – это вы себя хотите показать как человека, каждый, который разбирается в социальной философии. Как вы это будете показывать? Это ваше дело. Ваше дело. Вы же себя показываете. Не я же сдаю экзамен, вы сдаете экзамен. Сейчас у меня с какое с вами соотношение? Я воспроизвожу знания, а вы их потребитель. А на экзамене я потребитель, но я тот потребитель, который всегда прав. Вот в чем мы сейчас одеты. Потому что вы-то потребители, которые еще не всегда правы. А вот я, так сказать, я же буду ставить оценку. Причем единолично буду ставить это. Это ужас. И никто мне не сможет в этом помешать. Ни коллектив, ни какое-то, ни собрание, ничего. Это ужасно. Это страшная диктатура надвигается на вас. Пролетариата. Да. Нет, хуже. Даже не знаю, страшная какая-то. Единоличная диктатура. Поэтому та форма экзамена, которую я вам и предлагаю, и, можно сказать, навязываю, она приближена к тому, как вообще люди занимаются наукой. Вот когда вы курсовую будете писать, вы же будете тему сами выбирать. Почему будете? Завтра защита. Ну, значит, уже избирали? Да. Сами выбирали или вам навязали? Сам. А? Сам выбирал. Сам. И дали. А тему диплома? Ну, сами вы должны выбирать, сами. Курсовой пущу защитить. Ну, боритесь еще. Ну, защитите, это мелочь. Главное написать. Значит, диплома тоже. А кандидатскую, если будете писать, кто тему будет вам выбирать? Тетя Мотя или вы сами будете выбирать тему? Конечно, тетя Мотя. Нет, я мог бы сказать, что, конечно, почему вот кандидатский лучше доктор. Сказать? Потому что кандидатские пишут доктора, научные руководители. А докторские пишут кандидаты. Поэтому кандидатские лучше. Но это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. То есть вы выбираете себе тему, и вам я предлагаю, вы выбираете два вопроса из там 100 и больше 100, там, да? Вы выбираете два вопроса, каких? Любимых. Таких, на которых вы продемонстрируете свое знание социальной философии или незнание. У нас сегодня был опыт целым неудачный. В каком смысле? Что человек, который пришел, хотел получить 5, а наговорил, но не больше, чем на 4. А зачем ему 4, когда можно получить 5? Он еще раз ко мне придет. Но во время экзаменов будет у нас такая вот практика. Вы пришли давать экзамен. Сколько вы будете его сдавать, я не знаю. Почему? Потому что вот вы начали не то говорить. Я вам даю возможность пойти еще подумать. Вы пошли подумать. Я пока у других принимаю. Вот всех приму, потом вы снова ко мне подходите. Ну и другие, которые будут приходить, возможно, они тоже пойдут подумать. Поскольку они, если там есть какое-то там, какая-то ненормальность или какая-то ошибка, вы же имеете право поправить, я обращаю ваше внимание, вы думаете. То есть это экзамен, это творческий процесс. Вы приходите подумать под руководством доктора наук, профессора. Вы идете, думаете, мы беседуем там с вами. Ну и чем 5-6-7 часов, и вы сдали. Лучше 8. Лучше 8, некоторые хотят 8. Там, правда, уже другие экзамены, у другой группы начнутся, ну и там будете сидеть, у меня ведомость не буду сдавать, и там будете прекрасно заниматься, и как раз будете такой напряженно думать. То есть надо настроиться, что это, ну, праздник мысли, такой социально-философский. Думаете, и, наконец, когда вы все придумаете, приходите ко мне, ставлю вам отлично, вот конечная цель. Я правильно понимаю задачу? Причем я не просто понимаю, я имею практику преподавания на историческом факультете. Я докладываю вам, если вы не знаете, что историки сдавали, ну вот хорошо и отлично всегда. И другого, одна правда была,
который сказал, я не буду вот думать. Не хотите, не думайте. Поставил ей двойку, она пришла осенью, получила тройку. И я, меня помучила, потому что я осенью приходил зачем-то, и она приходила, и она целое лето толком мне, за что это не иметь оценки, за это нам не надо. Лучше вы посидите-то, на экзамене-то поработаете, да и все. То есть мы должны относиться к этому как вот к очень к тренировке. Вы тренируетесь к тому, чтобы решать такую вот серьезную задачу. Такое в жизни будет не раз. Правильно? И потом вы сами будете ставить себе такие задачи. Никто вам извне не будет ставить. Сами вы себе поставили, додумали и решили. Вот. Поэтому точные понятия, потом выведение, исходя из тех понятий, которые есть. Вот все это требуется от вас, формулировки. У вас имеется запись. Вот спасибо Владимиру Дмитриевичу. Он вот на благо вашей группы, курса, он это записывает. И другой есть товарищ, который... как говорится, за кадром, который помещает это на YouTube, и имеете возможность 10 раз пересмотреть, если вам надо что-то, что вы не разобрали, поскольку это все это записано. И мы эту лекцию тоже вывесим, которая была сегодня. Вы увидите лекции, они тоже будут висеть. Все находят, да? Так что, пожалуйста. Вот. А я вам передаю привет от директора товарища Абдулла Хамидовича. Мы тут с ним недавно разговаривали. Говорит, я с ними беседовал, говорит, им лекции нравятся, но, говорит, они все смотрят больше по компьютеру. Ну, посмотрим, как они нас смотрят на экзамене. Так, называю даты, время и группы. Консультация у нас будет с вами, во-первых. Консультация будет 8 числа июня в 11:00 в лектории. Это вам знакомо. Что такое консультации? Значит, вы должны придумать, чем сидеть и мучиться там, что-то вы не можете разобрать. Вы придумайте вопросы. Потому что это вот всякое научное руководство укорачивает движение вперед, убыстряет. Потому что вы можете искать в книгах очень долго. Спросили меня, я вам ответил. Но для этого надо сформулировать вопрос. Кто спрашивает? Докладываю. Спрашивают те, кто сдает на отлично. Те, которые на 2, на 3, не спрашивают. А потому и сдают плохо. Поэтому не зазорно спросить. Зазорно не спросить. Придумайте вопросы, какие у вас возникли, и я на них буду отвечать. То есть вот 8 числа не я буду вас допрашивать, а вы будете меня допрашивать. Вот соберетесь все и начнете мне, значит, ковырять. Вот и ковыряйте. Вот. А потом, если я разозлюсь, и вас тогда буду уже спрашивать, соответственно, на экзамене. После этого. Но те, кто спрашивали меня много, я их не разозлюсь, я запомню, что они разбираются, хотят понять. И они уже как бы на приоритет получают. Правильно? Не будем. Это СМС. Так, вот 8 числа прошла у нас консультация, и потом пошли экзамены. Первый экзамен 15 числа будет в 10:00. Это туристы. Это не вы. Это наши товарищи с нашего же курса. Вот. Но в этот же день, 15 числа, в 14:00 в 64-й аудитории, в той же, где туристы, будет в 10:00, будет 8-я группа. 15 июня, 8-я группа, 14:00, 64-я аудитория. 8-я группа, поднимите руки. Вот. Понятно, да? Все. 15 июня, 14:00, 64-я аудитория. Все должны сдать на отлично. Так. После... А? Будет исполнено. Все, прекрасно. Вы прямо сейчас попробуем. Нет, сейчас не будем. До 15 надо дожить еще. Некоторые боятся, что какой-то метеорит упадет. И, возможно, мы не доживем. Так. Ядреная бомба. 26-го следующий у нас будет экзамен. В 10:00 третья группа. Нет, четвертая группа. 26-го четвертая группа. 14:00, 99-я аудитория. В 14:00, 99-я, 4-я группа. 4-я группа, поднимите руки. Есть. Так. Понятно, записали. А вот 6-я группа, тоже 26-го, тоже в 99-й, в 10:00, 6-я группа. Поднимайте. Так. Вот. 10:00 с вами встречаемся. 26 июня. Жалко, погода будет, если хорошая. А? 99-я аудитория. После 26-го
Идет 27-е. Не догадался. Как бы это? Так вот, 27-го ничего не будет. А вот 29-го будет. 29-го в 10:00 в 97-й аудитории третья группа. 29-я, третья группа. 10:00, третья группа, поднимайте руки. Вот. Понятно, да? 29-го. Так, а вот пятая группа, тоже 29-го, и тоже в 97-й аудитории, только в 14:00. Пятая группа. Пятая группа. Один, да? Ну вот мы с Оскаром поели. Вот я ему поставлю одному, а остальных не знаю. Так, после 29-го, как выяснилось, идет 30-е. 30 числа, первая группа, 10:00, 97-я аудитория, первая группа. Где? Вот, есть, есть, все, хорошо. 30 числа, 10:00, 97-я. Вторая группа, тоже 30-го, 14:00, вторая группа. Вот, вот. Так, кого не назвал? Седьмая не пойдет все. Седьмая группа? Так, а седьмая группа это... седьмая, это вместе с туристами. А я думал, что туристы это седьмая. Значит, седьмая группа 15 числа в 10:00. А, вот теперь... Что-что? Восьмая, седьмая, 15 числа. Нет, не так стоит дело. Восьмая 14, а вот седьмая это в 10. Седьмая 10 вместе с туристами. Вопрос какого числа? 15 июня. Седьмая группа. Сколько это седьмая группа? Поднимите. Седьмая группа, поднимите руки. Раз, два, три. А есть, да? Вот седьмая группа приходит 15 числа и будет сдавать вместе с туристами. В одном пакете. Понятно, да? Туристов там человек 5. Всего-навсего. Из них 3 китайца. Итальянки. Они изолированно изучали. Еще у них лекция будет в понедельник. В понедельник еще у них будет лекция 25 числа. Последняя. Да, вот так вот. У них по-взрослому все. Так, теперь есть кто-нибудь, кто себя не нашел в этом списке? Все себя нашли. Значит, вот это вот, то, что я диктовал, согласовано с диспетчером, товарищем Дмитрием. И сегодня уточнено. Поэтому, я думаю, это и появится в всяких бумагах. Ну, а пока вот для ориентировки всем. Значит, поэтому желаю вам хорошо подготовиться и отлично выдержать экзамен. Спасибо, хорошей погоды вам, хорошего настроения.